Добрый час, и с вами, как всегда, Маргарита, и это наши винтажные украшения. Немножечко новая, интересная у меня постановочка. Посмотрю, как будет видно и нормально ли будет запись. Итак, в один из свой последний поход, реальный поход в Goodwill, я набрала вот такой вот мешочек с винтажными украшениями. Как видите, я в основном акцентирую на золотом металле. Нет, это не 14-каратное золото, не 585, это просто вот костюмный золотой материал. Gold Tone Costume Jewelry Merrill. Итак, давайте посмотрим. Опять-таки, это я все ручками выбирала, да, то есть из большого потока я смотрела, что может мне подойти. Давно не писала видео, потому что я поранила себе палец, он до сих пор у меня некрасивый, да, но более-менее эфироподобный. Итак, давайте поехали смотреть, что же я такого нашла. Смотрите, первый такой вот замечательный. Так, сейчас я как-нибудь по цвету уберу. Сильно отсвечивает лампа. Но вы смотрите, это такая шикарная коровка. Давайте попробую сейчас светом поиграть, чтобы его не так сильно, чтобы он не так сильно бил. Давайте попробуем. Смотрите, это вот такая вот шикарная, вот прям просто adorable коровочка, милашечка. Она, знаете, такого перламутрового цвета и малька золотая. Вот такая буренка. Подпись у нее есть. Подпись AG. Вот такая вот штучка. Коровочка. Прям просто милашечка. Давайте так буду выставлять. Следующее. Это вот такая вот буковка. Алфавит. Он всегда хорошо на ИЦИ идет. Буковки. Вот такой вот. Обычная простая буковка. Где-то средняя цена на эти за них. А вот за эти вот буковки. Сейчас, секундочку. Средняя цена. Микрофончик у меня выпал. Средняя цена где-то 12, 13, 15 долларов, да, в зависимости от того, насколько красивый и насколько, как бы, какой бренд. Вот это без бренда. И есть еще, сейчас я попытаюсь найти, вот она, буковка G. Но вот это уже Трифари идет. Подписано, и естественно, поскольку подписано брендом, значит, она будет подороже. По-моему, если я буду выставлять, я себе прописала где-то за 24 доллара. Могу ошибиться. Сейчас, секундочку. Я открыла свою табличку, чтобы вас сориентировать по ценам. Вот эта вот брошка мне досталась за 3 доллара, и где-то цена ее, наверное, 19 долларов будет у меня в магазине. Дальше, смотрите, какая красота. Правда? Я не помню, как он, Аладдин, Патишах. Но вот смотрите, вверх это вот эмаль. Какая красивая перламутрость. Смотрите, как много деталей. Вот это все эмаль. Вот это, скорее всего, камень. Досконально я не исследовала вот эту вот брошку. Если у вас есть какие-то сведения о ней, пожалуйста. То есть здесь эмаль, смотрите, маленькими кубиками сделано. И обратная сторона не целиком один элемент, а составные. То есть это всегда, чем больше элементов и деталей, как я всегда говорю, тем дороже брошка. Ну вот такая вот волшебная брошка нашла. Значит, она ко мне приехала. Сейчас я найду ее. А стоимость, за сколько я ее взяла? За 5 долларов, да, это, наверное, одна из самых дорогих брошек. 5 долларов, ну и поставлю я, скорее всего, ее за 24, за 25 долларов. Вот такая вот. Если я найду что-то похожее и более дорогое, значит, естественно, это будет по-другому. Вот такая вот брошка. Дальше смотрим. Стандартное эвановское колечко, которое уже не один раз я продаю. Сейчас попробую сфокусироваться. Вот.
Это колечко локет. Давайте сейчас попробуем его открыть. Вот такое в хорошем состоянии. Фотографию можно сюда вклеить. Вот такое вот колечко. Это вот такое вот колечко Эвановское. Значит, колечко обычно, по-моему, я за $25 продаю. Иван. Сейчас посмотрю. Да, 25. Но и оно приехало ко мне за $6. Но поскольку оно быстро продается, я его всегда покупаю, если я в магазинах нахожу, либо где-то на рынке. На рынке, либо в онлайне. Вот это новая, не то, что новая тематика, а то, что сейчас трендится. Месяц, полумесяц. Вот такая брошка. Она не маркирована, только значок копирайтера есть. Ну, вот такая вот симпатичная. Месяц ко мне пришел за $2, уйдет за $19-20. И опять-таки уйдет очень быстро. Это я прям чувствую. Дальше следующее украшение, смотрите, это мое любимое украшение, один из моих любимых брендов, такие доступных, помимо Напьера, монеты, это Anne Klein, американский. Вот у нее исходный как бы значок лев, посмотрите, лева. И здесь, смотрите, большие искусственный жемчуг, конечно же, и флёр-де-лис. Французский значок. И вот такой вот браслетик. И, естественно, здесь подпись идет Anne Klein. Вот такой вот браслетик с тоглом, замочек. Очень такой вкусненький, хорошенький, смотрите. Для тех, кто любит вот эти вот браслетики Charm. Чармики, как они называются. В отличном состоянии, посмотрите. Прям просто игрушечка. И вообще-то, у кого у нас есть? У нас Кеннет Джей Лейн, а у него тоже много украшений со львом. Буквально я, по-моему, его сережки продала меньше, чем за неделю. И Anne Klein тоже. Ее iconic, да? Signature. Я вас пуляю английскими словами, потому что иногда трудно русские подобрать. То есть ее главный элемент — это лев. Вот. И вот он такой вот в отличном состоянии. Значит, давайте посмотрю. Он ко мне пришел за $6, уйдет за $45. Ну, минимум за $45 уйдет. Так, аккуратненько кладу, чтобы ребенка не разбудить. Так, следующий, посмотрите, следующая вообще такая вот штука. Смотрите, какой красавец. Это паучок. К сожалению, он не подписан, нету никакой маркировки, но посмотрите, какая прелесть. Вот это вот, я так понимаю, эмаль. Да, эмаль. Он такой тяжеловатый и большой. К сожалению, не articulated. Иногда есть брошки, которые там ручки-ножки двигаются. Здесь нет. Никакой подписи нету. Но посмотрите, какая красота. Поближе вам сделаю. Просто глазки, детальки, да? Значит, брошка, вот этот вот паучок ко мне пришел. Сейчас я его найду. Так, паук. Опять-таки за $6. Я прям в этот раз просто шиканула. Помните, я редко покупаю по 5, по $6. Но тут я просто быстро-быстро собрала все, что нужно. Значит, $6, продажа его будет $32 в магазине. Дальше смотрим. Дальше колечко. Колечко. Люблю колечки, которые adjustable, да. Их легче продавать, потому что, как говорится, один размер подходит всем. Вот это вот колечко подписано Marvella. Подпись внутри стоит Marvella. Не сфокусируется. Давайте попробуем.
Хотя не хочу сейчас, если я нажму фокусироваться, у меня свет перейдет. Марвелла обычно знамениты своими жемчугами. Естественно, это искусственное, но хорошего качества. Вот такое вот колечко. Они называются кластер. Кластер ринг. Значит, оно ко мне пришло за $4, уйдет за $27. Опять-таки говорю, минимум $27. Вот такое кластер колечко. Дальше давайте. Дальше посмотрим вот на такую сову. Смотрите. Вот такая. Смотрите, как глаза переливаются. Жух. А сова то однозначно винтажная, потому что видно где-то здесь потертости на веточке. Она сидит, веточка вся. Бровки у нее не подписаны, но вот такая очаровашка, милашка-очаровашка с искусственным жемчугом. И вот такая вот красавица. Итак, сова к нам пришла где-то за $3, ну, где-то средняя цена $19-20. Вот, пожалуйста. Красота какая. Просто красота. Видите, какое различие между украшениями, когда сами вы их выбираете, и когда приходит к вам сборный лот. Смотрите. Дейзи. Опять-таки, новая, не то что новая тематика, последние несколько месяцев идет, называется на Etsy, если вы продаете коттедж-кор. Да, коттеджная тематика, там цветочки, грибочки, ягодки. И поэтому я сразу вот эту вот большую взяла. Она была, сразу скажу, она была немного неприятного качества. В каком плане? Она была очень запыленная, какая-то нехорошая. И я просто взяла влажной салфеточкой лепесточки протерла. И посмотрите, как она красиво заиграла. Как она красиво заиграла, опять-таки. Итак, ромашка к нам пришла. Не вижу. Смотрите пока на ромашку. А, потому что я ее чистила, поэтому я ее не отметила здесь. Вот так вот. Но тоже она, по-моему, где-то $2-3 была. Вот такая красота. Не знаю, пойдет, скорее всего, за $24. Уж больно красивый. Дальше поехали смотреть. Немножечко осталось. Дальше вот такой безыменный браслет. Но посмотрите, какой. Мне всегда нравятся, знаете, такие необычные браслеты. Тут геометрия какой-то в египетском стиле. Египетский стиль. Egyptian style. Давайте посмотрим. Вот такой вот браслет. Чанки. Геометрический я его назвала, geometric браслет. Он пришел ко мне за $4, но уйдем, отправим мы, наверное, его за $29. Вот такой вот, смотрите, качественно сделанный, но не подписанный. Вот такой вот браслет у нас. Так вот узор сделаем. Дальше очередное колечко попалось. Мне кажется, я его уже один раз продавала, либо оно у меня есть в моей инвентории. Вот такое колечко. У меня батарейка садится, осталось совсем чуть-чуть. Так, вот такое ивановское колечко. Ивановское колечко не вижу я. Floral ring за $3, $24 он обычно идет. Видите, тут размер немножечко увеличивается и уменьшается. Так, давайте одену, я вам его не одену. Такое вот колечко. Так, дальше пойдем. Осталось у нас три. Быстренько покажу, пока батарейка есть. Вот такие вот сердечки. Это монет, гвоздики. С какой стороны мне пробраться-то? Тут мне, правда, нужно найти замочки, чтобы одинаковые были. Ну, вот такие вот сердечки. К Валентиновскому дню купила их. Если успею, хотя я уже фотографировала, постараюсь выставить как можно быстрее, чтобы здесь они ушли. Тоже где-то, наверное, в районе $19 будет.
Мне нужно придумать интересную систему описи. Решила в этом году начать делать опись. Следующие сережки Even. Искусственный опал. Где-то они за $1.5 ко мне достались. Вот видите, искусственный опал, кристаллики. Такие вот гвоздики. И, наверное, они уйдут, ну, за 27, либо там за $25. Вот такая вот красота. Так. Дальше. Вот обычные сережки. Смотрите. Не знаю, почему-то я их схватила. А я знаю, почему я схватила. Потому что мне показалось, что они подойдут под тематику Dark Academy. Тоже новый тренд такой идет. Ну и даже Cottage Core подойдет. Ну просто, либо такие вот аккуратненькие. Come on, давай. Here we go. Сейчас, подождите-ка, отцентруем. Вот такого плана, посмотрите. Листочки. Матовое золото. Не яркое, оно матовое. И вот такие симпатичные. Завлекалочки. Назовем это завлекалочки. У меня есть подруга. И ее мама, она всегда говорила, на работе, когда мы с ней общались, она говорит, мне мама всегда говорила, женщина без сережек – это как небо без звезд. Представляете, как красиво сказано? Вот мы смотрим на небо, и мы ожидаем увидеть звезды. То же самое и здесь. Вот мы смотрим на нас, и если нет сережек, некоторые люди чувствуют, что они как бы раздетые. Да? Повесил вот такую завлекалочку, и совсем другое дело. Вот, так что вот посмотрите, если вам понравилась такая идея, что женщина без сережек – это как небо без звезд. Ну, я, конечно, перевела с английского на русский язык, но суть вы схватили. И последнее украшение – это сердечко. Сердечко со словом mother. И сердечко – это фотолокет. Ой, сейчас прям... Ой. Нужно также открыть, чтобы еще ногти не повредить. Итак, это фотолокет. Здесь фотография есть. Как ни странно, последние пару сердец винтажных ушли именно с фотографиями. Поэтому, если вам в винтажном лоте досталась фотография, не переживайте, не удаляйте это. Оставьте это кому? Оставьте это человеку, который купит. И здесь у нас элемент, когда я дала мужу посмотреть, и он сказал, что, скорее всего, это Navy, да, то есть значок тут глобус, тут еще что-то, да. И вот он посмотрел и сказал, что это, скорее всего, Navy армия. Не знаю, как на русский перевести. Navy. Комментарии оставляйте, как Navy можно на русский перевести. Знаете, это есть воздушная пехота, морская пехота, а вот это Navy. Navy это, наверное, все-таки Navy, поскольку морская пехота. Вот. И вот такое вот сердечко. Вот такой вот у меня набор получился. Сейчас попробуем найти, сфокусируется он или не сфокусируется. На руку больше фокусируется. Давайте попробуем. Вот так вот. Вот такой наборчик у меня получился, который я сама собрала в наш последний поход в Goodwill с моей дочкой. Вот так вот. Ну, посмотрите, какая коровка шикарная. Прям вообще, ну не коровка, прям вот мультяшная коровка такая, милашка. Прям вот милашка. Итак, с вами, как всегда, была Маргарита и ее винтажные украшения. Напоминаю, все украшения мои, которые вы видите, они продаются. И мы отправляем, и я отправляю по всему миру. Ссылку вы увидите под видео. И... буду благодарна, если кто-то узнает вот эту вот брошку и даст мне немножко больше информации по поводу вот этого волшебного человечка. Итак, с вами была Маргарита. Прощаюсь. Всего доброго.